Впрочем, друзья, отправились мы на море, наше путешествие продолжается. Пробыли мы вот здесь вот в Астрахани, наловились, обожрались рыбы. И теперь хочется просто сгореть и наныряться в море. Сейчас мы едем на Черное море, поселок Джубга. Вот так вот, увидимся там. Ребят, нам до моря осталось 700 километров, счет 690. Стоянки засранные такие, тихопезные, видно, да? Но я хочу сказать, что кукуруза вареная, это вообще соленая, отдельная тема такая. Красота просто. Ну, мы двигаемся к морю. Будем там ночью. Да, 9 часов утра. Всем здорово, лучший день опять. И мы на море. Теперь уже это Черное море. Уже палатка стоит, кемпинг устроен, быт налажен. Алла Викторовна вовсю постаралась. Сидит в изнеможении. Идем купаться. В магазины. Ну, вот так вот проходит отдых. Покупались. Море сразу не снимал и даже не хотел снимать. Просто кайфанул, выпил водки, поплавал по морю. Пересек границу с Турцией, с Абхазией. Вернулся на берег. Проголодался. Обедаю, сейчас идем в поселок. Да? Вот так в Джубге все по-прежнему чистенько, аккуратненько. Обратите внимание на ценник газпромовский слева. 44,99, 92 бензин. Такой бензик. Кайфуриха. Понял. Я балдею. Она балдеет. Козел темная, холодная, самое то. Сейчас подожди, обратно вот эти поедут. Стой! Местные торговцы умеют выделить чебурек размером с половиной меня. Кафе, где рыба всегда разная, всегда вкусная. Я сюда еду специально из-за этой рыбы, чтобы посетить это кафе. Мясо так и не взяли. Вечером сегодня будет шашлыки. Какую? Мясо все еще так и не взяли. Потому что ходим всякую ерунду берем, жрем, пьем. Время 6 вечера, мы все еще болтаемся. Ой, все, казалось бы, и ничего. Пока Алла не набрала рюкзак и два пакета, всего по чуть-чуть. От которого отпадают сейчас все руки. По чуть-чуть, фрукты, овощи, мясо, то все.
Что за люди пошли?